Здравствуйте, дорогие телезрители! Сейчас на дворе весна. Многие растения распустили листья. И вот эти молодые листья растений используются в народной медицине. Такое растение, как тополь. Вот я показываю листочки, да? Вот. Именно молодые листья тополя прекрасно помогают при болезнях суставов. Делается следующим образом. Листья перемалываются на мясорубке. Добавляется в банку примерно 1/3, 1/4 перемолотого листа и заливается доверху 40-градусным медицинским спиртом. Настаивается 2-3 недели, трава не выбрасывается, листья не выбрасываются. И мочится тряпка и прикладывается к суставам. Листья тополя прекрасно снимают болевые ощущения на суставах. Суставы различные, коленные суставы, локтевые суставы, плечевые суставы. То есть листья очень хорошо помогают при лечении заболеваний. Заболеваний артрита, полиартрита. Также используются в тополе не только листья, но и почки. Ну, почки сейчас уже отошли, поэтому можно приобрести в аптеках. Почки тополя используются также при болезнях суставов и очень хорошо помогают при зубной боли. То есть хорошо снимает зубную боль. Но после этого обязательно обратитесь к стоматологу. Тополиные почки для снятия зубной боли можно также и заваривать. Из расчета столовую ложечку на стакан кипятка. Кипятить не надо их. То есть в почках содержится очень много смол, которые прекрасно воздействуют на десны. То есть тополиные почки снимают воспалительные процессы из десен, снимают зубную боль. Также, если у человека в зубе есть дупло, тополиная почка, в само дупло, боль успокаивается. Но затем обязательно все-таки сходите к стоматологу, приведите в порядок свои зубы. На этом я хочу сказать вам до свидания, всего хорошего, прекрасного вам настроения, прекрасного здоровья и счастья.